Все началось с детства. Каждый раз после посещения поликлиники Анна с родителями шла в музей, который был для нее удивительным и сказочным миром. Но тогда она и подумать не могла, что будет проводить здесь экскурсии. О своей профессии Анна Закутина рассказывает страстно и живо. В городском музее она работает 21 год. Это космос, потому что объять это как объять необъятное. Это, наверное, никогда невозможно все постичь. Но это, опять же, это настолько сдает какой-то... настрой, энергию дают, и это постичь нельзя, а ты идешь этой дорогой. Каждый день для нее – это возможность погрузиться в историю, узнать больше о прошлом, чтобы лучше понять настоящее и, возможно, заглянуть в будущее. Сотрудники – это хранители исторического наследия предков и уникальных артефактов. Но музей выставляет не только экспонаты из собственных фондов. Гостями закрытого города бывают и международные экспозиции. Тебе привозят выставку из Таиланда, и ты вот показываешь национальную игрушку Таиланда, или, например, национальная японская игрушка, или выставка была посвящена праздникам китайским, и тоже там с их традициями, интересами и какими-то особенностями каждого праздника, каким-то оформлением особенным, со своим колоритом. С благодарностью Анна вспоминает своих наставников, тех, кто в 2000 году встретил ее в музее и помог в становлении. Каждый из них передал ей свою частичку любви к культуре, истории, чтобы она, в свою очередь, зажигала сердца посетителей музея. За Анной закреплены два зала – крестьянского быта и городского. Но экскурсии она может провести по всему музею, впрочем, как и любой другой сотрудник. Одно жалко – здание маловато, можно было бы показать саровчанам еще больше. Это глобальная сложность, потому что у нас действительно богатые фонды, и мы бы могли и экспозиции новые развернуть, и очень много материала накопилось, которые можно было бы представить зрителю, но пока нет возможности это все где-то экспонировать. Но даже в небольших помещениях монастырской гостиницы, где располагается городской музей, сотрудники проводят интересные экскурсии по истории родного края и организовывают выставки художников. Елена Грицкова, Евгений Шевцов, Александр Мальков, служба новостей, Саров 24.